Всем привет, меня зовут Настя Анас, добро пожаловать на мой канал. Сегодня 30 августа и сейчас около 4 часов дня. В этом влоге я покажу вам то, как я провожу последние дни лета, как я готовлюсь к университету, а также, скорее всего, в этот влог попадет еще и мой первый учебный день на последнем курсе университета. Я перехожу на 4-й курс, и этот год будет последним для меня, по крайней мере, на той программе, на которой я учусь. Учусь я в ГУ. На программе «Цифровые маркетинговые коммуникации». И да, в этом влоге будут какие-то элементы back to school. Я буду показывать вам то, как я собираюсь в вуз. Вместе с вами составим образ на 1 сентября. И в самом начале этого видео я хочу вам показать то, что я вчера забрала с Wildberries. Это вот такая вот коробочка от бренда Beauty Day. Я надеюсь, я правильно читаю название. И прямо сейчас я предлагаю ее вместе распаковать. Тут у нас кроссовки, и они потрясающие, я просто в восторге. У нас тут есть бирочка. Кроссовки очень хорошо упакованы, в коробке есть два пыльника. Вы готовы? Потому что я нет. Ну ладно, открываем. Та-дам! Итак, это китайский бренд Beauty Day, который представлен на Озоне и Wildberries. Вот такие кроссовки я выбрала для себя. Они выглядят просто чудесно в реальной жизни. Нет никакого запаха совершенно. Все шовчики выполнены очень-очень качественно. Мне очень нравится дизайн у этих кроссовок. Покажу вам их поближе. Они выглядят довольно массивными, но несмотря на это, они легкие. То есть в них будет комфортно ходить, передвигаться. Вот так вот они выглядят. Эти кроссовки 41 размера. Их размерная сетка отличается от нашей российской, поэтому будьте внимательны при выборе размера. Ориентируйтесь на размер своей ноги в сантиметрах. И там уже есть размерная сетка, выберите подходящий для себя размер. Мой размер ноги 38,5 или 39, но в этом магазине у меня был 41. Стоили эти кроссовки в районе 7-8 тысяч, когда я их заказывала. Да, кстати, кроссовки сделаны из натуральной кожи. И сегодня я впервые их надела на прогулку со своими подружками. Я так рада. Большое спасибо магазину Beauty Day за то, что отправил мне эти кроссовки. Знаете, когда вы покупаете хорошую вещь, настроение сразу улучшается. Поэтому, если вы давно искали кроссовки с классным дизайном, то обязательно переходите по ссылочке у меня в описании и заглядывайте в магазин Beauty Day. Сейчас я поеду на встречу со своей подругой. Я вернулась в Сочи, и мы решили встретиться перед началом учебного года. Ребята, мы пришли в это место, ура! Это Настя, мы встретились. Это наш заказ. Ну и как тебе? Мы обсуждаем дораму, которую я сейчас смотрю, которую Настя мне порекомендовала. Она называется «Мышь». Я реально рекомендую ее посмотреть всем, кто еще ее не видел. Очень вкусно. Спасибо. Как дела? Так круто. Та-дам! Кто бы точно прыгнул за бесплатно, это... Ты. Нет. Прыгай. Нишимура. Ах!
Всем привет! Сегодня 31 августа, и это не только последний день лета, но и еще день рождения нашей танцевальной команды Starlight. Ссылки на социальные сети Starlight есть в описании, так что если вы не видели еще наши каверы, обязательно переходите и смотрите. Сегодня нам исполняется 3 года, и в честь этого мы приехали домой к Марине. Мы будем проводить прямой эфир у нас на Ютубе. Будем есть корейскую еду и отвечать на вопросы, которые вы нам задали в нашем телеграм-канале. Так, ребят, мы уже сделали топ-поки, тут у нас кое-что, что мы не будем. Это я вырежу. У нас вообще-то любимый кола. Да, мы пьем любимый колю. Вот у нас тут сырные топ-поки. И какие-то еще вкусняшки. Куча листов нори и кофе, который принесла Марина с работы. Кеннет Харрис, напиши в блокнот. Всем привет! Сегодня 1 сентября, и сейчас 7 утра. Мне нужно уже выходить в вуз. Занятия у меня начинаются в 8:15. Это мой образ на сегодня. На улице пусто, и меня это радует, потому что я могу спокойно поговорить здесь. Краткий экскурс о том, где я учусь, потому что я понимаю, что не все это помнят или знают. Я перехожу на 4-й курс, учусь в Государственном университете управления на направлении цифровые маркетинговые коммуникации. На улице 16 градусов, но на удивление мне тепло. А мы учимся. Уже закончилась 2-я пара, сейчас пойдем, наверное, обедать. Но сначала я хочу сфотографироваться. Ой, а вот эти анигири, кстати. После пар мне написала мама, и она предложила собраться на пикник всей семьей. Погода сейчас хорошая, поэтому мы пользуемся возможностью и идем на пикник. Я переоделась в более удобную одежду. Мы заехали с мамой, купили роллы и еще всяких разных штучек. Так что просто поедим на природе. Посмотрите, какую красоту тут наводит мама. Вот у нас тут роллы и еще много всего интересного. Здесь есть авокадо, у меня на него типа аллергия. Я сказала, что я не отдам никому онигири, я съем его сама. Еще чуть-чуть, и вы бы оказались в роллах. Всем привет! Сегодня суббота, и я сейчас нахожусь в университете. Сейчас примерно 1 час дня, я ничего не успела записать для вас с утра, ничего не успела рассказать. Мы учимся по субботам, у меня сегодня было 2 пары, на первую я не пошла. Первой парой была физкультура, и я ее пропустила из-за того, что сегодня вечером у меня будет выступление с Fast Forward, и я не хотела тратить силы лишний раз. Я уже с утра сделала свой макияж, и совсем скоро я поеду в место, где будет проходить конкурс. Этот конкурс называется Fire Champ, и мы там будем выступать. Я приехала раньше всех, сейчас пойду переодеваться. Я
через час с чем-то, наверное, в следующем блоге. Вы знаете, я сегодня волновалась целый день, но сейчас, когда я пришла сюда, надела свой костюм, я почему-то перестала волноваться. Наверное, я начну волноваться перед выступлением, но посмотрим. Вот. Я плохо помню, как мы выступили, потому что я просто была в моменте. Но люди, которых я встретила, сказали, что все прошло хорошо, и зал нас очень сильно поддерживал. Это было просто супер. Мы зашли перекусить. Это наш жесткий покуш. Кушай, кушай, дорогая, кушай. Кто тебя? Всем приятного аппетита. Саша, ты выдержишь? Нет, я тебе полностью дам. Включите трэжер. Опенинг аниме. Все, сейчас будем смотреть выступление. And welcome to-
кончился, все, мы ничего не выиграли, но нас очень сильно поддерживали зрители, поэтому это было супер. На самом деле мы думали, что не будет такой сильной поддержки. Это очень круто, что мы выступили. Да. Это был очень хороший опыт. Поехали.